Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 1450. События дня. Эпиграф. Евангелие от Матфея, 22:29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией». За 2 декабря 2019 года. Тут обращение человека, Барабаш Игоря Александровича, может быть, найдет кто-то, поможет. Серьезная помощь. Он не имеет техники, он землей владеет, фермер. Вот о нем все тут 4 ролика. Курсором задержать можно и просчитать, если есть желание. Это люди у нас тут свой чат называют, к содружеству. Вот беседуют, я вставлю, потому что очень интересные вопросы. Какие здесь события? Отец таким вчера из Потеряевки позвонил и говорит, что Артем Викторович Быков, который приезжал с Москвы, доехал, вернулся домой. И отец подтвердил его, что он дома. Ну, слава Богу. Молились, чтоб не погиб где. Володя под полом утеплители там копает, закапывает. Трудно, так все ползком, грязь. Ну, такое вот. Это тоже у нас как событие. Столько жили, не делали, а сейчас делаем это. Рано встаю, в 2 часу, бывает редко в 3. А в 4:40 у нас подъем, молитва, все это. Ответ на вопросы. Сегодня получилось так, никогда столько не было. За день поставил 35 роликов за раз. Вопросы-ответы, помогают, люди работают. Тороплюсь скорее успеть сделать. Все.